Всем привет! Да, по обложке видео вы все верно поняли. Я решила это повторить. Давайте, кто из вас помнит видео 48 часов в поезде? Оно вышло у меня где-то полгода назад. И если коротко, то мы по приколу с Томой и Серегой решили объехать 4 города за 48 часов. Но на этот раз я решила удивить свою подругу Лизу. И сейчас вы увидите ее реакцию на эту новость. У меня для тебя подарок. Помнишь, ты мне говорила несколько дней назад, что ты никогда не была в горах? Допустим. Ты сперва отреагируешь, ну, не здраво. Ты гонишь? А потом будешь очень счастлива. Но я рада. Мы на 7 дней едем жить в поезде. Что за прикол? Что за поезд? Трэш. А она едет с нами тогда. Главное, что там была еда. Еда будет. Две неформалки отправляются в путешествие. Сейчас берем Серегу и вообще будет полный комплект. Все токсики собрались в одном месте. All my friends are toxic. Oh, yeah. Душа русская. Ребята, мы уже на перроне. Я еще ребятам, ни Лизе, ни Сереже не показывала, какие билеты. Я в этот раз решила порадовать Серегу и поселить его не в двух вагонах от нас, а в СВ в двух купе от нас. У тебя будет ни верхняя полка, ни нижняя, ни 4 места рядом, а у тебя будет свое полноценное место. Повезло так повезло, конечно. Ну что, ты готова 7 дней зажигать? 7 дней. Нет! Мне кажется, убью ее, и мы больше никогда не будем дружить. Да ладно, это будет самая замечательная поездка. Мария, у вас 8 купе, 16 место. Спасибо. Я не могу дышать, мне не видно неба. Вашему вниманию предоставляется новый шопер мини-бэг в стиле Жаки Мю от РЖД Тур. Подайте Христа ради, червонец золотой. Я вам дам. Добрый день. Добрый. Я вас узнала, вы у нас уже ездили в другом вагоне. Когда мы ездили в Рыбинск, Да, я вас помню. Только проводница была другая, Олеся. А ее здесь нет? Есть, чуть дальше. А какой вагон? Второй. Второй? Супер, да. Спасибо большое. Ребята, помните? Я в шоке. Я вчера Лизе показывала, как мы ездили, и я в конце сказала, ну, может быть, мы когда-нибудь еще с вами увидимся. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, мне попадется какой-нибудь поезд с вами. Я вас буду ждать. И она здесь! Это очень круто. Сейчас пойдем к ней в гости во второй вагон. Раз, два, три. Та-дам! Идем показывать вам, что у нас есть в поезде. Ты забыла лупу, Маш. А? Лупу? Это наша проводница. А не подскажете, душевые туда? Да, следующий вагон. Как у вас тут уютно? Здесь даже фен есть. Мыло, шампунь, душевая. Смотри, тут три розетки USB есть еще. Ребята, напор мощный. Кстати, забыла рассказать. Мы ехали в вагоне без душа, потому что у нас был вагон, где были только нижние койки. А в вагонах, где в купе нижняя и верхняя койка, есть душ. А разница в цене всего 3000 рублей. Такая прикольная лаунж-зона. Это прикольное место для того, чтобы сесть, подождать очередь в душ. Знаешь, это путешествие в поиске Немо. У нас путешествие в поисках Олеси. Ребята, пахнет шашлыком, это победа. Что, друзья, здесь мы будем проводить очень много своего времени. Когда у нас будет свободное время, я хотела сказать. Очень надеюсь, что сейчас следующий вагон будет вагон, где есть караоке. Вагон-бар! Привет, родной! Я по тебе скучала. Ну, вряд ли они... Наташ! Она здесь. Да, это она. Как я выгляжу? Как вы думаете, ребята, Машу узнает проводница? Вы бы узнали Машу? Десять. Миллионы из десяти. Да! Я вас очень рада видеть. Да, нам сказали, да. Можно вас увидеть? Да! Правда, очень-очень рада вас видеть. Я вчера пересматривала выпуск с нами, который мы снимали в двое суток поезде, и в конце, когда я сказала, ну, может быть, мы когда-нибудь с вами еще раз встретимся, и это произошло спустя полгода. Спасибо, что вы ко мне пришли. Вам спасибо. Все, мы пошли. Вот так мы снова оказались в отеле на колесах. Давайте я вам сразу расскажу, что к чему, потому что я вам толком и не объяснила. Обязательно досмотрите до конца этот ролик, в конце я расскажу вам стоимость, во сколько мне обошлась эта поездка на троих. Вас удивит. Короче, РЖД запустили маршрут на 7 суток. Я давно планировала куда-нибудь поехать отдыхать, но не понимала куда. Но когда я увидела этот маршрут, мои глаза просто собрались в кучку.
Внимание! Сейчас я вам расскажу пару наших остановок, чтобы все не спойлерить. Я даже зачитаю. Побережье Каспийского моря, Эльбрус. Я посчитала, что будет классно вернуться туда и вспомнить, каково это было восходить на Эльбрус. Но мы не будем восходить, мы просто посмотрим на приют. Заедем в Кисловодск, и там у нас будет немного другой маршрут. Мы отойдем от нашей группы и съездим на могилу к моей матери. Маме привет передадим. А так, за эти 7 дней мы посетим очень много городов и увидим невероятные ландшафты. Это будет очень красиво, я уже в предвкушении, потому что я когда смотрела фотки на сайт, я думала, я хочу. И главное удобство это то, что поезд почти всегда едет ночью, пока мы будем дрыхнуть. Я запилю для вас крутой блог, так что готовьтесь. А я нет. Я здесь просто так, для вида. Лупа просто лучше, диджей Лупа! Сегодня будет дискотека в вагоне, ресторане, караоке, песни, пляски. А места надо бронировать? Бронировать не надо. Все и так забронировано. Мы пришли кушать вместе с Лизой и нашей Лупой в вагон-ресторан. Я хочу сказать, офигеть, как тут много людей, потому что в тот раз, когда мы ездили, не было такого количества народу. Очень хочешь попробовать у меня. Попробуй. 10 из 10. Подливка вкусная, кстати. Тут совершенно другое настроение по сравнению с тем, какое оно было, когда мы ездили с Томой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 блюд. Все супер. Приятного всем аппетита. Тут как будто бы все такое более... как это назвать? Цивиль? О, господи. Я тут какой-то отстоишь, не понимаешь. А подарки за лучшие песни будут? И куда же без бумбокса? Я помню белые обои. Столько лет я спою строй ради этой встречи с тобой. Болит челюсть. Чем ты ее избила? Так, нам нужна вода. Майкоп, день первый. Ну, второй уже считается. Пряник. Так, слушайте, завтрак роскошный. Да. Сырники топ. Поездка огонь. Я не понимаю. А это не на лицо, это на жопу. У меня сейчас лицо как жопа, поэтому подойдет. Тебе это еще больше на шуру похоже. Ты не пешь лежал. Охренеть. Легкая косметичка в дорогу. Это она реально мало взяла. По сравнению с ним я просто плевок какой-то. A few moments later. Мы сделали макияж. Посмотрите на Лизу. Ну господи. Ты нам принесли обед. Дорогу педагогу. Что у нас сегодня? Вкусненького. Это лапшичка. И у нас здесь курочка, наверное, да, и рис. Очень горячо. Хорошо, да. Еда супер, но очень хочется кетчупа. Это слишком похоже на ПП-блюдо. Я, конечно, не против, но добавьте кетчуп. Пожалуйста. Мы наконец-то приехали в Майкоп. Я рада стоять на земле. Майкоп. Сейчас мы вам покажем быстро самые классные части этого города. Короче, настолько мокро, что мне приходится закрывать рюкзак вторым дождевиком. Хорошо, что он хотя бы есть. Камере Сереги я вообще не завидую. Ой, как там красиво! Ай, нет! Я боюсь! Бросай телефон! Короче, в этом месте, типа, есть же несколько животных, мы еще видели волков, и вот здесь два медведя. Я спросила у гида, у них запрещено изымать, типа, животных из... ну, среды естественные, это спасенные. Кто там в капкан попал, кого ранили, у кого умерли родители, они здесь их держат, ну, типа спасают, чтобы они не вымерли. All my friends are toxic. Я хочу туда! Почему мы здесь? Почему мы не там? Мама, я где-то тут! В Адыгее! Я в Адыгее!
Помните, я снимала впервые, да, с козой? Пускайся вниз. Блин, меня мама прибьет. Что, все салфетки замочили? Она вторую уже бутылку пьет. Здесь так красиво, но нам идти дальше, ведь ноги даны. И только на танцы, покуй зеленый чемодан обойти. По моим причавкиваниям, вы должны были понять, что я очень голодная, и нас очень вкусно сейчас накормили. Господи, какая-то традиционная еда. Да, традиционная, национальная. Национальной едой. Я офигела, когда увидела, что это все наши люди. Мы все из этого поезда, нас так много. И я очень рада, что включено в программу именно национальные блюда попробовать. Это гениально просто. Майкоп, все, едем дальше. Следующая остановка – Нальчик. Блин, нам не повезло, у нас везли дожди. Мы играем на столке. Сейчас играем в Элис. Заставил всех, разбудила, давай. БДСМ – это самая частая штука. Да. Смотри, у нас в автобусе человек, который нам рассказывал. Гид? Да. Так. Есть гладь, а есть... Тише. Да. Ой. Я еще проснулась где-то в 4. И полчаса не могла уснуть. Ну что, завтракаем и мы едем по Нальчику гулять. Эльбрус рулит. Держите, сейчас официант завтрак вам принесет. Знаете, что я поняла? Что куда-то исчезли проводницы, которые такие... А то я помню, как я в детстве ездила. Кипяток? Нет. То есть у меня уже давно не попадались такие. Очень круто. Шок-контент. Что там? И наши любимые хлебобулочные изделия. Сколько хлеба-то можно жрать-то? Ну, пока лезет Маева. На улице-то дождик, как вы любим. Ребят, посмотрите, сколько народу. Серег, ну ты это, камеру протри. Я бы по шапке надавала за такую историю. Ты очистись! Я не могу! Вы не представляете, насколько много за один день можем сказать синхронизированно фразы с ТикТока. Ну, типа... Не могу! Это... Я прошла афганскую войну. Помогите, девочки, пожалуйста. Пожалуйста, девочки. Дорогу педагогу. А у нас будет что-то типа ОБ, да? Мы из тех людей, кто не смотрит на градусник, и вообще забыли посмотреть на погоду, на Эльбрусе сейчас минус 9. А я хотела взять купальник, чтобы фотки на Эльбрусе в купальнике поделать. Но не судьба. Видимо, третий раз придется возвращаться. Мы не ищем легких путей. Мне Серега разрешил поправлять коптером. Мы сейчас будем на него делать фоточки совместные. Вот он. Сейчас полетим. Ребята, я управляю коптером! У нас сейчас будет подъем на 3 фуникулерах до приюта. Каждый фуникулер по 10 минут. Именно да, там мы будем прятать записку. Я надеюсь, они пронумерованы, и мы сможем найти именно тот, который нам нужен. Вы не представляете, какой у меня сейчас флешбэк. Это как вернуться, я не знаю, в лагерь, на новую смену или что-то такое. Давай, давай, Майва. Ну что? Давайте писать записку. Привет. А номер кабинки есть какой-то? 26-й. 26-й первый подъемник, потому что фуникулеры, тут их 3 этапа. Боже. Соточка счастливая, я на ней ставлю автограф. Конечно, хочется, чтобы нашел подписчик мой, но если найдет не подписчик, то им тоже будет приятно. Я надеюсь, вы это найдете. Надеюсь, это никуда здесь не пропадет. Им надо придумать, куда это запрятать. Вот сюда. И вот сюда. Все, там вы сможете достать. Смотрите, друзья, 26-я кабинка, самый первый подъемник. Значит, при входе справа. Под скамейкой в железной арочке. Пожалуйста, как найдете эту записочку, отмечайте меня везде, где только можно, во всех соцсетях. И я постараюсь найти ее и это самое, порадоваться за вас. Мы выжили на первом фуникулере. Ну что, друзья, второй пошел. Блин, там так красиво. Удачи вам, пупсики. Я тут.
Нет, второй. Ну так сильно шпарит солнце, что мои глаза просто уже покидают чат. Да, на самом деле от снега отражается свет. А вы что думали, я умею только орать? Я же говорю, мы говорим фразочками из ТикТока. Последний фуникулер и посмотрим. Вот ровно сзади меня я вышла из этого вагончика, и здесь было очень красивое зарево. Прямо сейчас покажу кадр. Тут туман. Мы заходили есть, тут не было его, теперь он тут. Вот здесь. Очень классно сидеть и смотреть на звезды. Но, к сожалению, нам, как всегда, не везет с погодой. Ну, кстати, прикольно, что задувает немножко ветер такой. О, ты дошла! Я ничего не вижу! Ну, тут есть кто-нибудь? Пока никого. Вот здесь мы кушали, здесь нам готовили еду. Вот накрыто на стол. И мы вкусненько здесь трапезничали. Блин, такая ностальгия, я не могу просто. Я была очень рада сюда вернуться. Я, конечно, обещала сюда вернуться на подъем, но для этого надо немножечко прийти в физическую форму, и я это обязательно сделаю. Я сюда вернусь, я поднимусь на эту гору до конца. Я заряжена. Вот прям сейчас готова идти брать в аренду все амуницию, прибиваться к какому-нибудь команде и идти на подъем. Похудею зато и посушусь. Посушиваешься вообще гениально. Она говорит, а мне и так неплохо. Наш гид рассказывал, он вел одну группу с чуваком, который настолько, он дошел до конца, но ему настолько было тяжело, он такой был гипер весь эмоциональный, он, короче, психанул, снял штаны, наложил кучу на вершине самой и в Maps.me пометил точку говно Эльбруса. Знаете, что я поняла? Что мне для счастья не хватает солнышка, потому что вот сейчас немного витаминчика D, мои щечки порозовели, и я просто счастлива. У меня вон глаза сияют, я счастливый человек. Дорогу! Пида! Гу-гу! Обедать. Мы едем обедать. У-у-у! Мы приехали кушать. Мне что навлетело? От голода. Я очень хочу есть. Коротко о том, как мы подобрали одежду не по погоде. Девчонки, вот еще несколько за кадром стоят, выиграли конкурс, им подарили тур. Тоже считаю, это прям великолепно. Узнала меня? Я смотрю, такая смотрит, переглядывается. Я такая, о, моя подписчица, наконец-то. Мир тесен, мы на Кавказе. У нас закончился второй день, мы уже на вокзале, ждем, когда сейчас приедет наш поезд на перрон. Запрыгиваем, и я иду мыться в душ, и заодно сделаю вам экскурсию. Ну вот, наконец-то мы пришли в душевой вагон. Так как экскурсию мы вам уже проводили, мы просто примем душ и покажем, насколько это комфортно или некомфортно. Все, Лиз, холодная вода? Ну да. Сейчас нагреется. Надо как-то разобраться с настраивателем воды. Главное, чтобы я меня не ошпарила, потому что это будет страшнее, если меня ошпарит. Она теплая. Ой, как хорошо в душе, господи. Кстати, смотрите, здесь есть мыло, есть шампунь. И вот здесь регулируется подача, ну, типа, градуса воды. Очень классно, прям лайк. Я помылась, и мне так хорошо, и мне так свежо, я готова еще сильнее ехать в поезде. Я боялась, что не будет горячей воды, но хватило на трех девушек одновременно моющихся. Не было такого, что у одной была горячая вода, а у остальных нет. Да. У всех была горячая вода. Она быстро нагрелась. Очень круто. Смотрите, делаем так. Лиза, выключай свой свет. Делаем так. И делаем так. Это как в Роллс-Ройсе вообще. Зазда не было. Надо всем показать. Лучше, конечно, путешествовать с друзьями, чтобы вы могли целиком снять себе СВ, ну или если у вас четверо, то целиком купе, и устраивать такие дискотеки. Наши соседи, кстати, не жалуются. А между прочим, там серьезные дядьки, а здесь серьезная тетка, девушка. Что у нас сегодня на ужин? Вкусненького. Так, у нас тут овощи, но так как я не ем овощи, я съем только помидорки. И я. Сосисочки. Сосисочки.
Жрать охота! А в тюрьме сейчас салат. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны! Блин, вы же прям жрете макароны? Прям не в себя. Я дай-ка проверю там. Ну, мир там есть. А где стандарт? Там 90-60-90 моего. А у тебя устаревшая херня. А у тебя 90-90. 90-90-180. Мы пошли кушать. Завтра у нас Чечня, город Грозный. До встречи и удачи нам. Он бродяга, по жизни холостой ему не надо. До жизни золотой, ах, это свадьба. Не забудка, твой любимый цвет. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, и что я тебя не люблю. Что любить души, души, девчонки. Короче, друзья, мы в Грозном. Сейчас пойдем тусить. Там... Как сейчас голову-то сушить-то буду? Зато встала сразу. В общем, Грозный. Жди, теперь я тоже Грозная. Друзья, мы приехали к водопадам. Вот мы идем по какому-то мостику. До водопада детских шагов 1253, женских шагов 900, мужских 723. Сейчас будем проверять. Сейчас будем выбирать, какими давай шагами мы пойдем. Раз, два, три, четыре, пять. 99, 100. 199, 200, 299, 300. Ну тут просто ступеньки. Давай, Майло. Там было 308, 370, значит здесь где-то 415. 7, 7, 8, 7, 9, 8. Нас чуть камень не убил, сверху упал. 487, 488, 99, 91. Зараза. Каша, Лиза боится лестниц. Майо, я же говорил, в купальнике надо. А? В купальнике надо, сейчас бы контент снимал. 652. 653. 629. Ну и 3. 730. Мобилон шагов. Охренеть, как красиво. Туда ты шла без передышек, а обратно? А так тут, как на Эльбрусе, лестница. Ой, ты испачкалась. Да что ты говоришь? Примерно везде. Друзья, это порция еды на одного. Еще раз, я не поняла, вот в это макать надо или пить? Макать. Вот сюда макать. Ой, как вкусно. О! Не только, оказывается, там у тебя есть подписчики в Москве. Не только Эльбрус. Хоть бы они нас не трогали. Пожалуйста, мы не будем танцевать, я стесняюсь. Ну давай я. Давай ее оставим. Я слишком стесняюсь для этого. Что угодно, только не танцы. Все, я остаюсь. Серега, можешь ехать без меня. Серега, она остается здесь. Ну и что? Не моя. Не твоя? Мы специально заехали ровно на 5 минут на место, где мы кушали. Мне кажется, что будет прикольно здесь сделать мостик Майлы на фоне двух башен, воды и скал. Погнали! А мы были внутри.
Как внутри, в туалете, наверное? Нет, нет, в мечети. В мечети мы заходили. И как? Красиво. А горький вкус твоей любви меня убил. Теперь не сил, а ты из меня пустила. Я любовный, я, а я так рад. Черные глаза, вспоминаю, умираю. Черные глаза, черные глаза, черные глаза. Мы снова идем есть, представляете? Блин, это счастье. Гастроту. Милана, ты меня везде достанешь? Привет тебе из Грозного. Ребят, я звезда, я звезда. Вот и все, едем дальше. Ну, Серега, вырубай. Мы в Дербенте. Пожалуйста. Сейчас горячее в центре места. Класс. Педагогу. Педагогу. Ой, ура, спасибочки. Да. Так, ну, приятного аппетита. Five minutes later. Сегодня у нас супер короткая программа в Дербенте. 4-5 часов у нас остановка, поэтому это будет супер почти город. Удачи нам. Дербент! Здравствуй! Я оделась легко, надеюсь, что не замерзну, и солнышко будет нас радовать дальше. Сегодня прям такое солнышко у нас. Да не ты. И что вы скажете по этому поводу? А у нас будет что-нибудь типа обеда? Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. Смотря сколько details в этом пиджаке. В принципе, все цвета модные. Mango colors, pink тоже подходит. Ага, спасибо. Что же делает Маша Маева со своей возлюбленной в этом самом странном месте? Давай, 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 я поднимаю Машу Маеву на прогиб. Подожди, подожди, подожди. Что это за гитара? Подожди, вот так. Помогите. Все, извините. Я как тряпочку туда-сюда. Ребята, мы в Дербенте, я напоминаю об этом. И сейчас у нас обед, шикарный стол, и там пляж, прям буквально в 100 метрах. Значит, я не взяла вещи. Я быстро переодеваюсь, идем купаться, и как раз в этот момент принесут еду. One eternity later. Знаете, практика стояния на гвоздях вообще не помогает. Да. Ты чайка. А комментарии? Какие? Ну-ка! Давай одну. На самом деле сейчас очень тепло. Так же, как после проруби. Выходишь, солнышко на тебя печет, ветерок не супер мерзкий. Замечательно. Сейчас я расскажу вам, как сохранить естественный размер даже в холодной воде. Немножко ракушек. Ты будешь снимать сейчас? Что ж ты за человек-то такой? Я поправлялся. Ой, дрон, дрон, это же дрон, он следит за тобой. Так, ну что, все, я в душ. Я уже забыла, что такое искупаться в море и сесть обедать. Это великолепно. Ребята, чин-чин, друзья. Ребята, в Грозном мы не смогли спрятать для вас заначку, потому что там все очень строго, все по правилам. Но в Дербенте обязательно мы это сделаем. Поэтому сейчас пишу для вас письмо, прячу сотку и ныкаю вот в этом месте. Если ты нашел эту записку, значит тебе повезло. На сотке. И автограф на сотке, погнали. И с другой стороны тоже. Теперь надо найти место, которое не найдут ни официанты. Обещайте, что если вы увидите, куда я это положу, вы не достанете. Вот берег, вот здесь кафе. И вот здесь, за куток наверху, где находится купольное место для трапезы, я беру, отгибаю шатер и закладываю вот сюда, поглубже, эту бумажку. Она находится здесь. Как только найдете, выкладывайте, отмечайте меня во всех соцсетях. Название кафе написано будет на экране, потому что я еще не знаю, как оно называется и где оно находится. Найдем. Бегом, 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 нас выгоняют уже, точнее, мы в поезд уезжаем. Мне нужна ваша поддержка. Я говорю Дербент, вы говорите рулят. Давай. Давай. Раз, два, три. Дербент. Рулит. Дербент. Рулит. Дербент.
я остаюсь здесь. Ну, пожалуйста. Ладно, следующий город. Мама, жди, мы едем к тебе. Мама! Ребята пробовали дегустацию коньяка. Все такие веселенькие, хорошенькие. Я искупалась в море, я счастлива. Я поела шашлык. Опять он! Да господи! Это же уйди, Маша! Уйди от меня, уйди! Так, дискотеку начинаем заранее. Сейчас Маша, ты расскажи всем про наши отношения. Да у нас тебе нет отношений, мы знакомы 3 дня. Все, идем в вагон и потом в вагон-бар тусить. Главное, что я в столб не врезалась. Бегом! Лиза! Сейчас будет детская анимация, которую проведу я. Пачефира, сок-сок, пач-пач, сок-сок, вира-вира. Но пришла пора, и собрался путь. Поехали! Только! Рюмка воли на столе! Доброе утро, Кисловодск! Я вас не слышу! Как вам наши голоса? Мы просто перепели в караоке. Конечно, ее не хватает, очень хватает. Мы с папой захотели сделать без огромных вот этих плит, просто красивенько выложить все. Из-за выпавшего его песка мы просто красными плитами пометили там, где у нас сделано захоронение. Но вот эти 2 плитки свободны. Это для папы и моей тети. Мы подготовились. Ну, либо для меня, если я впервые ноги двину. Все, мы не ревем. Без черного юмора? Ну типа жди, я скоро. Мам, пока. Кисловодск. Классный город. Он, видите, какой он чистый, опрятный, горы. Но он хорошо сделан. Движение, машины, да, дороги. Снято. Ты хотел, Серег? Получил? Зараза! Я думаю, все зрители этого ждали. Добрый вечер. Я диспетчер. Нужен секс на вечке. А у нас будет что-нибудь типа обеда? А что? Я люблю мужское внимание. Это мой салон женских шляпок. Можете обращаться к Елизавете за мейкапом. Она на себе показала, что мейкап держится уже сутки и даже под водой. А вы не подскажете на ту сторону? 2 розы – это не по понятиям. Да, 2 розы – это что такое? Я даже маме на могилу 15 принесла. Где платье покупала, Зань? Мы какая-то вечное сияние чистого синего разума. Синего, ты права. Синего, синего, я же говорю. Друзья, мы в бане. А обзор на экскурсия. Идем. Туалет. Бассейн. Нифиг, Лиза. Мы в раю, реально. Мы сейчас вот сюда, вот в этот бассейн. Блин, я так считаю, как будто я на корабле. Опа. Ой, а ты видела, там даже полотенчики нам постелили. Мы сходили в сауну, замечательно, искупались, купили. И теперь пришли в грузинский кафе. Кушать хинкали, хачапури, соленья и все такое. Шашлык, шашлык. Пока наш стол выглядит так, и сейчас он будет выглядеть так. Ты что ж делал? О, нет. Разбудил Бог. О, нет. Надо с ним что-то делать. Казнить его. Казнить нельзя. Помиловать. У нас тут детский сад. Ну, это почти детский сад. Это вожатый, считайте. И давайте. Повторите за мной.
Ого, это что за секс ходячий? Вовремя. А это? Это вот что такое? Подожди. Что тут за красотка? И последняя, третья закладка у нас будет лежать в вагоне-баре, а точнее она будет приклеена на скотче за гординой. Всем удачи! Все, я приклеила. I wasn't invited. But it's okay. I just stayed home and playing some video games. Наша поездка «Жемчужина Кавказа» закончилась. Посмотрите на нашу компанию. Мы самые классные. Ребята, шубу дайте! Я надеюсь, вам понравилась эта поездка. Я надеюсь, что вам захотелось прочувствовать то же самое. Если вы хотите понять, каково это было, и хотите сами попутешествовать по таким же местам, в которых мы были, ссылки все в описании. А сейчас самое главное, я расскажу, сколько стоило наше путешествие вместе с экскурсиями, вместе с проживанием, вместе со всеми обедами, ужинами, завтраками, которые у нас были включены. И главное, душевыми кабинами. Готовы? 228 тысяч на 7 дней, включая все экскурсии и питание. На каждого человека выходит по 76 тысяч рублей в купе СВ-класса. С вами была я, ваша Маша Маева. И на этом все, друзья. Главное, помни, тебя любят. И это точно. Всем пока. Шуму, шуму дайте! А теперь главное, давайте. Я говорю, жемчужина, вы говорите? Кавказа! Я говорю, жемчужина, вы говорите? Кавказа! Жемчужина! Я надеюсь, мы с вами встретимся да. еще. Я не могу, господи, промолчиться, я не могу, но такие мы все классные. Обнимаю. Я говорю, жемчужина, вы говорите? Кавказа. У нас и самые там... веселые проводницы! Ребята, тебя любят, и это точно. Всем пока, ваша Маша Маева. Ждите новый выпуск, я надеюсь, что скоро у РЖД выйдет какой-нибудь новый маршрут, и мы прокатимся. Все, поехали быстрее. Я так и не поняла, где мой чемодан. Да его забрали, все нормально. А, все. Я говорю, жемчужина, вы говорите? Давай, я говорю, жемчужина, вы говорите? Кавказа. Я говорю, жемчужина, вы говорите? Кавказа.